Ловушки тревожного мышления, почему вы не можете выйти, как один из моментов, потому что вы постоянно сидите в ловушке своего тревожного мышления. В чем заключается эта ловушка? Вот по моим наблюдениям, по моему анализу, что я беру из себя, это контроль себя, получается, сканируешь симптоматику, и плюс это и есть думание, вот как бы в мозгу у тебя как бы гул такой вот стоит, и ты все время думаешь вот про это состояние. Там же появляются вот эти мысли сомнения, а вдруг это, а я никогда не выйду, а вот этого я устала, а вот это мне надоело, а вот это я не могу. Вот это и есть ловушка вот этого тревожного мышления. Один из моментов, как вы туда попадаете, это будут стрессовые ситуации. В тревожном расстройстве даже маломайская неприятная ситуация для человека является стрессовой. И сразу же получается как бы автоматически происходит ситуация, все, и ты попадаешь вот в эту ловушку тревожного мышления. И ты начинаешь про это постоянно думать. Все у тебя включается, ты начинаешь сканировать, думать про свое состояние. Это вот выглядит примерно так. Вот скажем, вот это ваше старое мышление тревожное. Вот я черненьким нарисовал. А вот вы формировали новое. Новое, уже не тревожное мышление. Формировали. Но мозг будет постоянно вас ловить в свои сети, то бишь будут ловить, сбрасывать на старое мышление. И зачастую, я вот даже анализировал, делал анализ из себя, ты можешь ходить сутками вот в этой руминации, крутить вот про свое состояние, и только потом ты, блин, как бы догадываешься, что ты попал вот в эту ловушку своего тревожного мышления, и тогда начинал выходить, вот переключаться, считать там то, либо через команду «стоп, хватит», ты как бы начинаешь ругаться на мозг, как бы останавливать командой «стоп, хватит мне про это думать», и начинаешь там переключаться, считать чего-то, например, либо думать про что-то другое. Вот это вот здесь задача выходить вот с этой руминации. Попал в ловушку, выходи с ловушки. Вот работать так. Второй момент это первый момент, это получается стрессовая ситуация. Второй момент, как я видел, это ты начинаешь вот сам про это думать. И вот это самая такая хитрая ловушка, потому что ты просто не замечаешь, когда у тебя включается это мышление твое тревожное, и все, и ты начинаешь в нем вариться. Ты вот постоянно про это думаешь, ходишь, гоняешь, соответственно, ты тревожишься, у тебя гул в теле, вот всякие спецэффектики еще эти сохраняются, там что-то жемануло, там, то бишь ты попадаешь автоматически вот в ловушку своего мышления. Ты как бы сам про это думать начинаешь, но это мозг включает вот это мышление, он как бы тебя ловит. И еще третий момент, как я видел, это через мысль. Вот приходит тебе какая-то тревожная мысль, сомнение, например, ой, вот ты вспоминаешь, что сейчас все вернется. Снова вот включится эта тревога, она тебе уже надоела, она тебе уже вот здесь сидит, ты уже не можешь и вот это вот терпеть. И, соответственно, воспоминание твоего того состояния, когда вот у тебя это все включено, гудит, там спазмирует, вот эта напряженность там. Вот эти все вещи, они у тебя вызывают эмоцию страха перед этим. А, соответственно, страх, он и запускает вот эту симптоматику и вот это тревожное мышление. То бишь, получается, ты попадаешь вот в эту ловушку через свою мысль.
Вот через эту тревожную мысль, как бы мысль там воспоминания, вот такие, вот я уже вспоминаю, вот такие мысли приходят. Их определить довольно, ну, не очень сложно, вот эти мысли, их еще можно назвать мысли-крючки. Это мысль, это есть крючок, через который мы ловимся на вот это тревожное мышление и попадаем вот в эту руминацию, мы снова крутимся. Поэтому момент, что делать с этими мыслями, от них нужно отделяться, как бы отделяешься и оспариваешь ее, что этого не произойдет. И так делаешь постоянно. Но это нелегко, эти вещи нелегко распознавать. Это ты начинаешь добиваться только путем тренировок, скорее всего, не тренировок, а путем анализа примечания, то есть вот и есть осознанность видения, как ты попадаешь вот в эту ловушку руминации, вот в эту ловушку своего тревожного мышления. И чем вы раньше будете распознавать, что вы попали в ловушку этого мышления, значит, вы раньше начнете применять контрдействия по переключению, по выходу с этой ловушки, то есть заставить переключиться мозг вот с этого мышления. Оно это как бы тяжело заметить, особенно, ну, по крайней мере, было для меня тяжело заметить, когда я как бы попадал. Как бы ты сам начинаешь про это думать. Вот у тебя оно включается, но ты как бы воспринимаешь это за свое мышление, ты не можешь это, даже про это не думаешь, и ты вот ходишь и крутишь в своей голове вот это тревожное мышление постоянно. Вот. А потом уже, когда постепенно я начал различать, вот когда я попадал в эти ловушки, тогда ты уже раньше и раньше распознаешь, что ты в ловушке, и вот с нее выходишь. Вот, поэтому здесь очень важно научиться замечать один из моментов, когда ты в этой ловушке. И второй момент, распознавать мысли, которые тебя цепляют на крючок. Вот эти тревожные мысли. Вот это есть такие, я бы их назвал крючки, которые нас цепляют и запускают вот это наше тревожное мышление, то бишь скидывают нас вот в эту ловушку руминации. Вот. Мысли. Так, еще что-то я хотел вам сказать. Но как-то сбился с мысли. Хотел сказать. Да. И чем больше вы там сидите, бездействуете, то бишь не выходите с этой руминации, потому что на ней сразу включается такой момент, как вот эти ощущения, но действительно ты так чувствуешь, и мысли эти приходят, что все вернулось, что это там никогда не закончится, что оно мне надоело, оно, я уже от этого устал, вот это мышление, оно включается. И чем быстрее вы начнете распознавать и действовать, то бишь выходить с этой руминации, тем легче вам будет. Чем больше вы сидите, тем больше вас выматывает эта тревожность. Чем больше вы сидите в ловушке вот этого своего тревожного мышления. И чем вы раньше распознаете и начнете действовать, чтобы выщелкнуться вот с этой руминации, тем вам будет легче. Потому что, когда перещелкнулись, оно все пропадает, как бы. Тревога, она пропадает, и все, ты, как бы, называется, выравниваешься, на свою новую дорожку возвращаешься, и все, и по ней пошел. Чем больше мы там сидим, тем больше мы страдаем. Потому что вот это все, гул этот, тревожный мозг этот работает, соответственно, у тебя в теле вот эта тревожность тут же подсоединяется, могут проявления быть вот этой разной психосоматики, то же самое, что вот нехватка воздуха, там что-то сжатие якобы сердечки, какие-то не менее. Вот как оно работает. Ловушка мышления.
Ловушка тревожного мышления. Вот я рассказал причины, как это видел я, как я попадал вот в эту ловушку своего тревожного мышления. Все, спасибо за внимание. Вот что я вам сегодня хотел рассказать про ловушку тревожного мышления.